Но водить детей в детский сад и школу – не единственное, чем занимаются современные женщины. Особенно самоотверженные, например, борются с коронавирусной инфекцией. И зачастую даже слаженнее, чем мужчины. 8 марта – отличный повод напомнить, как высоко мужчины ценят все, что делают такие многогранные женщины. Председатель законодательного собрания Евгений Люлин поздравил героических женщин-врачей в Дзержинске. Специально для женщин-медиков организовали концерт. И, по словам прекрасных дам, от такого внимания буквально душа поет.